судно записано на Сандру Ру, которая арестована и предъявлено уголовное обвинение в том, что судно не подчинило греческим властям и пыталась сбежать в нейтральные воды. Я сегодня видела ее, лежащей в тюремном участке. Она просто просила, даже не забывая про меня, пожалуйста, напоминая миру, что мы тут в заключении, что мы ничего не сделали плохого. Мы просто мирные активисты, которые пытаются прорвать блокаду газа. Это судно, которое нас преследует, сейчас будет брать на абордаж. Это самая старая наша пассажирка Мэри. Мэри, how are you? I'm good, I'm really great. Они сейчас попытаются взять на абордаж. Спецназ уже здесь, 20 человек с автоматами. Ну, может быть, нет, еще 15, наверное, с автоматами. И сейчас, ну, капитан забаррикадировался в рубке. Они пытаются сейчас, ведут переговоры с капитаном рубки. Пытаются договориться, наши люди засели. Мы провели ночь на корабле в заложниках. Корабль окружен полицией. Мы делаем шаг с корабля, значит, мы арестованы. Спали мы сегодня на голых досках. Я спала в какой-то мужской рубашке, потому что нет никаких теплых вещей. Ночью очень холодно, днем адская жара 80 градусов. Все раскаляется палуба, мы не можем спуститься вниз, чтобы спрятаться от жары или от холода, потому что течет дизель, поврежденный дизель, и невозможно вонять, невозможный запах. Вчера местные люди устроили демонстрацию, пили интернационал, передавали нам пищу, пытались как-то нас поддержать, требуя, чтобы нас освободили с корабля. Но пока все окружено полицией, автоматчиками. Я хочу напомнить, что на корабле очень много пожилых людей, которые нуждаются в помощи. Около 10 человек старше 65 лет. Непонятно, каким образом мы будем отсюда выбираться. Не видно, чтобы кто-то проявлял интерес к нашей судьбе. Я имею в виду наше консульство, а здесь люди из 25 стран. Hey!